Эта хоста называется Гранд Тиара. Некрупная хоста, высота растения 30 см, ширина 60-70. Листья у нее золотистые с узким зеленым центром. Сами листья округлые. Она быстро разрастается, образует очень красивый симпатичный кустик. Достаточно аккуратная хоста. Выведена в 1991 году. Она произошла от хосты Golden Tiara. И здесь мы хотим показать, как эта хоста выглядит в тени. Вот она вот такая вот. Вот такие у нее оттенки. Желтого края практически нет, он более такой шартрезно-зеленоватый. А теперь мы переходим к хосте Grand Tiara, той же самой, но она выращивалась в контейнере на солнце. Естественно, на солнце она была не в течение всего дня, а она там была где-то до часу дня, она находилась с утра до часу, потом солнце уходило за угол дома. И она вот таким образом выглядит. У нее имеется уже даже не шартрез, не желтый, а аж белый даже цвет. Видите, кончик листа чуть-чуть подсыхает на солнце находясь, несмотря на то, что поливается контейнер каждый день с утра. Вот, поэтому вот такая получается разница при посадке в тени, в тенистом месте и на солнечном месте. Выбирайте, кому как больше нравится. Разрастаются обе и в том варианте хорошо. А выглядит немножко по-разному.